Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисан. Мы продолжаем играть в Wolfenstein The Old Blood, продолжаем проходить эту игру, и сейчас у нас шестая часть. Как вы помните, в предыдущей части кто-то разнес там город каким-то динамитом, Хельга дурында нафиг сбежала, и сейчас нам нужно выбираться. Бласковец же у нас бессмертный. Хельга's gone. Took the folder with her. I'm coming back to the boathouse now. Do you copy? Конечно, копий, их уже там нахрен расстреляли всех уже 10 раз. Ага. Пушек у нас нету, это очень охрененно. Ребят, я же вам говорил, что тут пушки забирают у нас каждый раз, и заново нам нужно вот эти пушки собирать. Это не очень круто, если честно. Даже пистолетика у нас нету. Даже пистолетика у нас с глушаком нету. Это очень хреновенько. Так, что там было? Золото. Jesus Christ. What the fuck? Зомби? Создатели, вы чё нахрен курили? Какие нахрен зомби? Ребята, вы чё, с ума сошли? Какие в жопу зомби? Вот это охренеть, как неожиданно. У меня, не знаю, даже мурашки почему-то по коже пошли. Какие в жопу зомби нахрен? Ребята, вы с ума сошли, что ли? Причем тут зомби? Я вообще как-то не понимаю, почему они вот это сделали. Взорвали город какой-то хренью. Ладно. Ладно, но при чем зомби? Почему зомби? Что им вообще в голову взбрело сделать зомби в этой игре? Ну ладно, фашисты нахрен. Ладно бы сделали какими-то бешеными. Ну какие нахрен зомби? Да ну на, ребят, мне как-то не верится. Страшно. Дайте нам пушку, я не хочу против зомби нафиг с рукой бегать. Fucking gadgets. Fucking gadgets. Вы нахрен с ума сошли? Какие зомби? Сзади! Сзади! Ну, ломай ты уже труба нахрен! Такая полезная вещь, ты тут сломать не можешь. Лучше бы ты вот этого мудака сразу убил. Убила, а то ты погибла. Прощай, любовь моя. You deserved a better fate than this, Pippa. Зомби нахрен пулеметчик. Вот это мне уже больше нравится. Вот это мне уже больше нравится. С пушками против зомбаков. Это мне уже больше нравится. Ну, зомби нахрен пулеметчики, вот эти. Я вообще не догоняю, почему они вот это сделали, что им в голову вообще. Мне страшно нахрен стало проходить эту игру. Какие в жопу зомби, а тут демонов случайно не будет. Ух ты, нихрена себе ты меня напугал. Хотя это, можно сказать, в какой-то степени демоны нахрен горят. Да твою мать, эта собака сделает когда-то так, что я реально обосрусь нахрен. Всегда мечтал
на зомби-апокалипсисе с двумя руками. Это, наверное, мечта всех людей. Идти на зомби-апокалипсис, ух ты нахрен, с автоматами в двух руках. Что, какое там у меня улучшение было, если честно, даже не заметил. Патрончики у нас кончились, поэтому будем сейчас с этим. Так. Нужно патрончики собирать, потому что они у нас кончаются. Они, конечно, уже не бесконечные вот тут. А, мне страшно туда прыгать, я ни хрена не вижу. Кеслер, listen. Helga's gone. Took the folder with her. She's digging up something beneath the church ruins. Must have been what caused this shitstorm. What's your location? We don't know. Ух ты. Вот это эпично, реально. Где ты в жопу? Ух ты, нахрен! Они бы, когда их очень близко подпускаешь, они становятся какими-то очень быстрыми, нахрен. Ну какие нахрен зомби? Ну ребята, ну это смешно даже, если честно. Вот патрончики у нас и кончились. Так. Ну зато уже возобновились патрончики на нашем, на наших автоматах. Так, сейчас. А куда нам? Дайте мне нахрен залезть сюда. Вернуться в лодочный домик. Они уже зомби стали или что там? Или их вообще нету? Опа! Привет, привет. Обрез. Ну давай, пили уже. Новое оружие, обрез. Я прям, знаете, когда он показал, когда я вот этот обрез увидел у него в руках, то я сразу же сказал. Чувак, лучше, пожалуйста... Дождь из нации. Я ему сразу сказал, чувак, лучше ты мне его дай, вот этот обрез. И как только я сказал, через... Спустя одну-две миссии нам он действительно отдал свой обрез. Охренеть. Эпичная миссия, эпичная игра, если честно. Как-то прям слишком. Мне кажется, нету смысла их хреначить. Ускоренная перезарядка. Ребята, вот это вы прям в тему. Вот это я за вам спасибо за это говорю. За ускоренную перезарядку. Кто он нахрен? Да сдохни. Сдохни. Да, здрасте, здрасте. Опа, вот это круто. Сдохни. Сдохни. Сзади. Слышь. Че, откуда они нахрен падают? Вы что, издеваетесь? Дождь из нации? Реально?
вашу мать. Ты что мне на голову падаешь? Так. Было бы круто, если бы я еще знал, куда нам нужно идти, но ладно. А мы плывем, плывем, плывем. Да, нам сюда. Я уже пугаюсь нахрен всякой фигни. Так, нет, ребят, просто сейчас, секундочку, я смотрю, куда нам нужно идти. Ну, раз мы отсюда пришли, значит, нам дальше куда-то нужно прыгать. Вот твою мать, эти стены с этими трубами, они настолько неприметные, что, чтобы понять, куда тебе нужно лазать, тебе нужно нахрен полчаса прыгать, да твою мать, прыгать, лазать вокруг, чтобы понять, ага, вот там стена, ага, значит, у нас есть труба, ага, значит, мы можем туда забраться. Find a way to get to them. Зомби. Зомби. Ребята, вы верите нахрен зомби? Зомби в Вольфенштейне? Какие нахрен зомби? Вы что, с ума сошли, вашу мать? Ага. А это уже там фашисты отстреливаются, да? Ну отстреливайтесь, отстреливайтесь, я сейчас так нахрен приду и так вас всех там поубиваю. Так что можете в этом отстреливаться сколько вам угодно. То есть их два раза нужно убивать? Охренеть, вы вообще охренеть. А вот этот нет, этот не превращается. Ну как бы да, в принципе, их нужно два раза убивать в какой-то степени. Ну, если ты их успел убить полностью, да, то они как бы даже не успевают превратиться. Охренеть, их там топает. Ой. Здрасте. Может, харе уже превращаться, как вы думаете? Позицион, хахасисихасион. Да, ты очень страшный, мы напугались. И ты тоже очень страшный, мы тоже очень напугались, но мы тебя зафигачили. Так, что-то я там видел. Ага, это я вот там внизу видел. Нет, гранаты у нас нету. Ну ладно, мы потопали. Позицион, позицион. Открытое испытание, баня. Сама ты баня. Так, ладно. Why do they hate us so much? Because their brains got broke, I reckon. I killed one of them. Did you see that, Mr. BJ? Good on you, kid. I have been here before. The week after Weihnachten. My friend,
Охренеть, смотрите на этот ужас нафиг, зомбийский. Цибулька? Нет, чеснок. He danced to gramophone records in her Obermeyer's office. And I remember laughing and breathing and being afraid someone would catch us and take me away from her. I made a promise. Whatever would happen to me, I would find a way back to her. You can't go by yourself. Not with them monsters out there. If I do not go, I might as well let the monsters rip my insides out. Ну пошли! I will go up through that hole, and you will help me. I know you will, Mr. BJ. Да помогу, помогу, конечно же, девулька, пошли. Here. Listen, I can come with you. No, silly soldier man. You will stop Helga. I will be careful. Опа, мы прям, опа. Здрасте, вы что-то тут забыли, а мы пришли вас проведать, как у вас гости. Здрасте. So sorry, Kessler. Wasn't supposed to end this way. Так, тут ни хрена, ни хрена, бла-бла-бла, бла-бла-бла, идем дальше, открываем дверь, мы потопали. Ух ты, нахрен, это... We had a monster in our basement. My father said if I'd done wrong, it'd creep out at night and come for me. I tried to do no wrong. The monster came all the same. Охренеть, этот чуп. Сейчас посмотрим, что это такое. О, да ну нафиг. Да ну нафиг. Да ну нафиг. Опа, седьмая глава, старый город. Ладно, ребят, значит, на этом мы уже будем заканчивать. Сейчас будет эпичное продолжение, смотрите, ребята. Робот-погрузчик. Ух, на этом мы заканчиваем, ребята. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Буду очень благодарен, если вы также оставите свой комментарий. Меня всегда радует читать ваши комментарии. Вступаем в нашу банду крутых перцев. БКП, ребята, пишите в комментариях. И также всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.